кого-то, которого мне посчастливилось знать, человека, который, несомненно, обладал тем самым божественным дарованием. Особенно ярко это было заметно в той деревне, в которой жила Ольга Федосеевна. Вот как раз в мире этой деревни, то есть ее дар сразу и деревню превратил в какое-то волшебное сказочное место. Вот, и все, что с ней связано, до такой степени восхитило меня. И к моему счастью, и впоследствии какой-то удивительной, знаете, какой-то радости и ощущению правильности моего выбора, особой точности его, ее голос восхитил не только меня, но и Андрея Арсеньевича Тарковского, который...